Все, заселяем ребят сейчас. Мы им нашли квартирку хорошенькую. Вот в этом доме. Прикольно, да? О, Надюшка встречает уже нас. Здравствуйте. Все, ванна стоит. Ванну надо было набрать, пену налить. Ванна стоит. Вот такая квартира для ребят с вот таким видом. Да. Да. Квартира новая, еще никто вообще не жил. Вы, в общем, первые будете. Да, вообще никто не жил. Только закончен ремонт, и вот она готова. Красота. Добро пожаловать на канал Василина в Батуми! Ребят, всем привет! У нас в гостях Никита и Катюша. Всем привет! И Милана Миллер. Вот, и мы сегодня будем готовить шашлык, да, Вахушка? Да, да. А у нас тут сырок очень вкусный, да? Ребята приехали с Чехии, и сейчас мы их будем интервьюировать, как они докатились до такой жизни, и как они вообще очутились в солнечном почти Батуми. Да? Рассказывайте, вы давно на нас вообще подписались, как вы вообще нас нашли в Ютубе и почему вообще возникла идея приехать в Грузию? Мне 19, вот Никите 20. Да. Вот да. Видите, молодая пара, собрались, да. Подпоясались, что им еще делать? Почислились, да, начали выбирать, да, и поехали. Ну, мы смотрели, где без виз страны, Грузия, потом вы. Ваши видео. Пам-пам-пам. Да, это я вот первая подписалась. Мы сначала посмотрели «Орел и Решка» с Грузии. Да, да, да. Потом вот Никита пошел учиться ночью, а мне было скучно, я решила дальше про Грузию смотреть. Вот наткнулась на вас, посмотрела вот весь ваш YouTube. Мне понравилось, ну и все. Мы начали собирать вещи. Вот нам эта идея. В середине апреля нам эта идея пришла. Нет, то есть совсем свеженькие бабы. Да, да. Мы долго не думали, не собирались, мы вот сразу. По Грузии вообще ничего не знали. Да. А сейчас смотрели вещи. А сейчас уже узнали. Ну, сейчас мы тут просто. Да, да. Также ничего не знаем. Сейчас мы узнаем. Во всей красоте. Сейчас уже узнаете, что такое грузинское вино. Да. Грузинский сыр. Вот у нас клубника, кстати, уже по 4 лайка. Целая миска клубники. Да, мы ее помыли сейчас. Сметанку возьмем. У нас есть сметанка. Вот такая вот грузинская сметанка. Со сметаной, с сахаром. Ой, Матвейка пришел уже. Здесь у нас картошечка молодая в духовке. Нету черной картошки. Хорошо, Матвей. Давай еще раз. Милана пришла в гимнастике, видишь у нас? Милан, ну как тебе в Грузии? Хорошо. Ты уже больше года здесь живешь, полтора. Расскажи свои впечатления. Хорошо. Хорошо? Где у нас сванская соль? Наша сванская соль. Это вообще приправа на все случаи жизни. Это... соль, чеснок, приправы, специи, перемешку, все. Запах почувствуйте сразу. Лук уже размялся. Смотрите, какие помидоры огромные. Вообще. Вы видели вообще хоть когда-нибудь такие помидоры? Называют еще бычье сердце эти помидоры. А вот аджика еще грузинская. Аджичка такая. Сухая? Сухая аджика, да. Это сухая, это именно для блюд. Киви больше не надо, Вахочка? Нет. Чувствуется? Что ты тут смотришь? Какой твой любимый мультик? Любимый мультик Маша и Медведь. Маша и Медведь? Грузинский коньяк у нас вот такой на разлив продается. Горячий хлеб опять. Тебя не снимаю. Тут все так. Ты уже засветила по максималке. Мне уже снимать даже не интересно. Опять будут писать, опять этот, что ли. Че, он у вас один там? Вот так вот в Грузии только на балконе можно шашлыки пожарить. Давайте рассказывайте дальше свою историю. Как это было?
Ну и все, собственно, мы посмотрели ваше видео на фоне костра. Да, да, да. Вот, ну и мы недолго думали, мы бы приехали, наверное, в тот же день, когда мы вот посмотрели про Грузию, но у нас нужно было подождать, чтобы с квартиры контракт расторгнуть раньше времени, 2 месяца. Вот мы расскажите, нет, лучше свет, когда падает вот так, это, если относительно Чехии. Ну вот мы там снимали квартиру не в центре, до центра 20 минут, полчаса, ну там достаточно это важно, $750. Такая тоже там 2 комнаты, ну как у нас. Но она самая вот обычная, там обычная. Она вообще, вот... ну она старая, европейская, да, да. Тут, и жуков, да, мертвых, мы вытрусили оттуда, наверное, килограмм жуков. Да, ну, тараканов не было. Нет, ну чтобы все понимали, чтобы все понимали, вот это мы сейчас все рассказали. А мы когда эту квартиру нашли, мы были нереально счастливы. Да, мы думали, как нам повезло. Как нам повезло, что мы за такую цену урвали такую квартиру. А потом мы посмотрели квартиры в Грузии, мы поняли, что мы просто деньги на ветер кидаем. Да. Но вы зарабатываете сейчас в интернете? Мы онлайн, да. Да, да. То есть, о, Никит, ты можешь рассказать про свою деятельность, чем ты занимаешься? Я аналитик. То есть аналитик я, данных. Да, я занимаюсь машинным обучением, искусственный интеллект, компьютерное зрение, ну, визуализация данных, там, математика, статистика. Ты короче. Еще говорил, у тебя какие-то курсы есть, да, ты ну преподаешь? Вот, это как раз. Это есть, все по этим курсам. У него завтра, да. Кстати, собеседование в чешскую компанию вводит. Ну, это не только чешская, это Home Credit, может, это в России тоже есть. Да. Информатик, да? Ну, как программист. Ну, вот я учился 2 года на HR, потом бросил университет. Вот начал этим заниматься, и где-то через вот, с этого момента прошло несколько месяцев, мы как раз переехали. Да. То есть, полгода. Ребят, чтобы вы понимали, молодежь, которые хотят, вот сейчас, допустим, ну, какой-то бизнес у вас есть, вы можете в онлайне зарабатывать. Как как это называется? Не самозанятость, фриланс? А именно фриланс, да. Если вы фрилансеры, если вы вот такие, как Никита, допустим, как Катя. Катя занимается ТикТоком. Да, расскажи. Я блогер вообще, я вот на ТикТоках зарабатываю на своих. Вот, поэтому если у вас ваш бизнес в интернете, если вы фрилансеры, обязательно приезжайте в Грузию, вы вообще кайфанете. Нечего в этой Европе сидеть, если вы на фрилансе. Нет, ну тоже Европу попробовать, каждому свое. Да, да. Но нам море и вкусная еда. Море, вкусная еда, горы, люди. Но вы еще не вкусили всей прелести, поэтому мы поедем. Второй полный день мы только здесь, а нам уже как нравится. Приехали, вы нас привезли туда-сюда, все, мы там спать. На следующий день мы с утра на море. Там прям у моря прям зашли, ресторанчик. Там, ну, чешские, я на чешские все прижу. Мы заказали на двоих. Ресторан на берегу моря 500 крон, мы обожрались просто. Это 1300 рублей. На берегу моря там. Вообще сумасходство. Мы в Чехии за такие деньги могли в Макдональдсе покушать, вот и все. А здесь в ресторане, да, на берегу моря заказали вкуснейшую еду. Мы пока еле обгорели. Да, пока еле обгорели. Сейчас мы еще шашлычок пожарит нам Вахушка, да, Вахушка? Вахушка по телефону разговаривает. Да. В общем... меня родители всегда готовили к тому, что я не буду учиться в Украине, что меня обязательно куда-то отправят. Меня хотели отправить сначала, вот мы всей семьей хотели переехать в Канаду, но там не получилось, потому что это, во-первых, очень дорого, очень муторно собирать документы, и мы слишком поздно за это спохватились, что мы вот, то есть зимой 11 класса только начали этим заниматься, и, короче, с Канадой уже был не вариант. И моя преподавательница по географии отправила в Чехию, вот по такой же программе, как и мы, своих детей. Она сказала, что там есть возможность бесплатного обучения. То есть, если ты учишься на чешском языке, то ты учишься бесплатно, тебе не нужно платить. Вот, и первый год мы, получается, поехали на языковые курсы, там была сумасшедшая история. В общем, это все стереотип про то, что в Европу отправляют только золотую молодежь, то есть у нас все наши друзья были из самых обычных семей, там не было у нас никаких мажоров, ничего такого, все вот ели доширак, да. Все вообще по минимуму, самые дешевые продукты. Самые дешевые продукты на скидках. Последние 2 недели месяца все доживали на 200 крон, это вот меньше 1000 рублей где-то. Вот все у всех такая ситуация, все в общагах живут. Вот. В общем, у меня была не богатая семья, и мы, чтобы отправить меня вот на языковые курсы, они стоили 5000 евро. Вот это первый год. Я учила там чешский на языковых курсах. Это только учеба, да, это не жилье, ничего. Это без ничего, это только вот программа учебная, которая у меня была. И у меня семья, во-первых, продала машину. У меня мама попродавала все свое золото. Это вообще это сумасшедшее. Она продала. Как она сейчас то, что ты бросила? Счастлива. Сейчас уже счастлива, да. Но сначала было очень тяжело. Мы вот полгода с мамой не общались, когда я ей сказала, что я университет бросила. Капец. В общем. И... Я бы тебя... И, в общем, суть в том, что мы вот все это продали, и у нас была только половина на мое обучение, то есть нам все равно не хватало. И мы с мамой сидели на кухне, тоже вот под венцом, и мама мне говорит: «Катя, ты когда-нибудь была в казино?» Я говорю: «Мам, нет».
она говорит, пойдем. А мы живем в самом обычном городе, то есть Кривой Рог, это вот, как я не знаю, как глубинка какая-то вот в России где-то там. Ну там Лям живет, ну да. Да, да. Это там город, все на производстве. Это город большой, но там ничего кроме заводов нет. Да, да. Ну и кроме контингента, который работает на этих заводах, собственно. И мы с мамой в 2 часа ночи пошли по темному городу. Мы не вызвали ни такси, ни на машине. Мы взяли с собой 300 гривен, это 1000 рублей где-то. Вот, у нас было с собой только 300 гривен. Угу. Мы пошли в это казино. Это даже было не казино, это вот где-то в подвале, то есть под какой-то девятиэтажкой было вот что-то такое, там стояло каких-то 2 несчастных автомата, куча людей, которые там... Чего вы туда пошли? Да, напились, искали себе развлечения, это было летом от безысходности, просто мы не знали, где достать вторую половину денег, мама уже была готова брать кредит, закладывать свою почку, печень, вот лишь бы доченьку отправить, вот. В какой-то момент меня выгнали, потому что мне тогда было только 17. Uh-huh. Вот. И моя мама там осталась, я ее 15 минут ждала просто во дворе, рядом с вот этим вот типа казино. Она выиграла бабла? Она выиграла 2500 евро. Ребята! Таких денег даже в этом казино не было, что нам выписали... У меня мурашки по коже. У меня тоже. Нам выписали какой-то чли. И ты в Праге училась. Да, да. Вот, на деньги, выигранные в казино. Капец. У нас еще была такая история, что у меня же родители разведены, mm-hmm. и мой родной... Мне а ты одна в семье? Дочь? Да, да, я одна. И ты тоже, да? Да. Кока-колу. Можно. Два. Давайте за так судьбу. Что? Да, за судьбу. Нас всех привела в одну страну. В один прекрасный город Батуми. За судьбу, которая нас сюда привела. Сакартвелас, Гоумарджос, еще такой тост. Гаумарджос. Да здравствует Грузия. Вау, нам нужно выучить с тобой. Да. Обязательно. Если вы будете это знать, вам везде на грузинский застой. Вам дорога открыта везде. В общем, хочу рассказать историю. У меня родители разведены. И, короче, не в хороших отношениях мой папа и моя мама. И когда мне нужно было уезжать, мне было только 17 лет. 18, то есть мне исполнилось уже в Чехии. Задержаться. Мила, ну давай, давай, давай. Дожми, дочь. Ты же чемпионка у нас. Молодец, дочь. И мне мой папа просто не подписывал разрешение о выезде, ну то есть долговременном. Угу. Там разрешение это должны подписать и моя мама, и папа, чтобы вот меня 17-летнюю пустить в Грузию. Угу. И мой папа вот как только узнал, ой, не в Грузию, в Прагу. Но. Да, и мой папа как только узнал, что вот меня отправляют, что мама вот продала вот все, что у нее есть. И человек, ему стало так как-то неприятно, и он решил вот просто назло не подписывать мне это разрешение. Он вот, я ему звонила, я помню, я плакала, и мама плакала. Вот мы с ним говорили, что давай мы тебе заплатим, давай как-то с тобой договоримся, давай вот хоть что-то. Ну, типа, ребенку нужно отправить, чуть ребенку заявление. Он говорил, вы меня обидели, вы меня не бросили, и теперь я вам ничего не подпишу. Пусть дочка... Ну, на принцип пошел. Да, да, пусть дочка сидит в Кривом Роге, учится в пединституте, и ходит потом на работу в это казино. Капец. И что, потом что потом случилось? Как-то все решилось. Опять, ситуация та же. Мы с мамой сидим на балконе, тоже пьем вино. Я уже ушла спать. Мама сидит до 4 утра, думает, как бы вот до моего папы достучаться. И она на него так разозлилась. Она ему в 4 утра звонит. Он причем как будто ждал этот звонок. Он сразу поднимает трубку и начинает, знаешь, не по-доброму уже, а по-злому. Ты такой сякой, если ты не подпишешь, да я тебя. Ладно. Дом спалю, ноги да, вырву, да. Спички ставлю. Да, ты ходи, оглядывайся, да как таким можно быть? Он такой, понял. Сегодня давайте вот встретимся там, где что надо, только вот чтобы мы не виделись, я вам все подпишу и отстаньте от меня. Все, мне подписали, меня отправили, и вот, и вот теперь я в Грузии. И сколько ты там прожила? 3 года. Три года? Мы вот с Никитой приехали в 1 год в Прагу, ой, в Чехию. Только я училась на языковых курсах в Праге, а он учился в Брно. Маленький город. Это вот, знаете, как Москва и Питер. Вот если Москва это Прага, то Питер это Брно. Вот как-то так. Ну, типа, да, да, просто поменьше город, типа, там дешевле, там меньше русских, я поэтому так выбрал. Ну, а ты как попал? Расскажи свою. Я еще где-то в 8-9 классе захотела уехать куда-то в другую страну учиться, ну и просто капал на мозги родителям, да? хочу, типа не хочу учиться в России. У тебя тоже получится мама только, да? Только мама, да. Ну родителям там бабушка держит. А, бабушка еще есть. Просто мы с ними жили, ну с мамой, конечно, капал, да, просто там, ну... Я открою. Мила, а? Вот, она просто, ну она просто говорила там обоснуй, ну и вот, обосновал. О, Зорик, привет.
У нас тут интервью, так что проходи, не стесняйтесь. И чё? Вот, и в 11 классе всё-таки, да, мы решили, то есть прямо в середине 11 класса, что мы там смотрели разные страны. Давай, давай. Мы сначала и Китай смотрели, и еще что-то смотрели, но в итоге вот на Чехии остановились, потому что самый дешевый вариант, самый такой, именно за деньги, самый кайфовый. Ну сколько нужно было денег насобирать? Ну вот, вот эти вот 5000 евро курсы. Сейчас мы понимаем, что там можно дешевле, естественно. Да, да, когда, конечно. Когда ты уже там пожил, ты же понимаешь. Угу. Ну да. Ладно. То есть 5000 надо, ну как... Ладно, Кора. Короче, и вы там встретились, да? Ну, вы встретились полгода назад, да, или сколько? Мы год назад встретились. А, уже год, вот, да? Да. Мы вот познакомились, когда мы уже были, ну, серьезные люди, в университетах учились, в Праге. И все, мы сразу влюбились. И вот душа в душу. И ровно год. И вот представьте, ровно год прошел, и мы переехали в Грузию. То есть мы познакомились 13 числа. 13 числа мы начали встречаться. Мая, да. 20 года. И сейчас 21 год, 14 числа, 15 мы сюда прилетели. Вот. Сказка. Ну, так же будете здесь с этой деятельностью своей заниматься. Никто ничего не отменяет. Работа есть работа. Наоборот, даже условия лучше. Здесь даже работы приятнее заниматься. Дела те же, а обстоятельства лучше. И дешевле, да? Все. Жизнь вообще дешевле и комфортнее, и красивее, и как-то подобрее даже. Да вот мы 2 дня назад приехали, мы уже 2 раза пошли в рестораны покушали. Я не помню, я в Праге, чтобы я в ресторан пошел. В Праге в ресторан ходили раз в полгода. Ты что вообще придумал? Да, да. И то это должно быть какой-то супер. Ну сейчас пока не шикуйте, не шикуйте. Сейчас надо вам чуть-чуть освоиться. Я когда приехала, я тоже, мне казалось, ой, 20 лари там, 15 лари там, ой, очки за 700 лари там себе сейчас куплю Дольче Габбана. А как бы уже сейчас понимаешь там, ну да. Ну, надо как бы себя измерять сейчас, потому что когда надо есть... Подстроиться по чуть-чуть, да, потому что сначала кажется все, там, ой, дешевое такси, там, то дешевое, там, то копейки. Но как бы если зарабатывать в интернете, то как бы, конечно, лучше жить в такой стране, где подешевле, естественно. Да, конечно. И здесь уже... очень легко откладывать даже вот просто деньги, открывать свой бизнес, даже если вот просто фрилансеры без никакого вот багажа денег приедут сюда, здесь очень легко, ну вот, просто... жить за меньшие деньги, чем даже в России, я думаю, что дороже, вот в Москве, мне кажется, конечно, жить, чем здесь. Вот. Ну, там люди постоянно, своё. Да, ну да, в заработке, он в Вахтанг тоже сколько, 24 года он в Москве прожил, и его сейчас ни за какие деньги там, если ему сколько предложат, он говорит, я не хочу вообще просто. И Грузия, казалось бы, она вот такая маленькая, но здесь просто мест ездить не объездить, столько красивых мест. Мы еще нигде не были, правда, кроме вот этого вот пляжа, но мы чувствуем, что так оно и есть. Да. Мы же видео смотрели ваше. Давайте, чувствуем, за Грузию тогда. Давайте, за Грузию. За Грузию, ребят, за знакомство, да. Которые... Получается, вы выучили язык, вы говорите на чешском, да? Да, хорошо? Да, конечно. На B2 экзамен сдали. Да. В университете 2 сессии закрыли. Что думаете с грузинским языком? Я буду учить тоже. Я тоже, я вот здесь побыла немножко, я поняла, что нужно выучить грузинский, потому что... Вот если мы приехали в Чехию, мы даже не зная чешский, мы примерно понимали, о чем говорят люди, потому что мы славянская группа языков. Ну, я ничего не понимала, но вот украинцы точно. Да, вот на украинский очень похоже было. Похожие слова русские. Да, я понимала. Здесь же, когда люди начинают говорить на грузинском, я ни слова не понимаю вообще, о чем они говорят. Поэтому 100% нужно учить. Это вообще такое хорошее уважение в стране, в которой мы живем. Да даже, ладно, там уважение, это выбор каждого. Я тут хожу, я когда слышу, как они разговаривают, я вообще... Они так... эмоционально так, да? Как, нет, так как итальянцы, да? Как итальянцы. О, друг, привет! Привет. У нас, проходи. Нет, проходи. Мила, держи. Ну, расскажи сейчас про свою еще деятельность. Что у тебя с ТикТоком образовалось? Как вообще ты туда попал? У меня ТикТок появился на карантине, то есть не так давно. Моя деятельность в интернете началась намного раньше. Вот, а ТикТок я завела, когда вот нас посадили на первый карантин, просто уже от нечего делать, просто вообще ни работы, ни учебы, ничего у меня не было, поэтому я решила скачать ТикТок, и просто вот я листала ленту рекомендаций, выбирала видео, которые мне нравятся, и снимала похожие, только ну вот со своей подачей, со своим вложением. Только есть одна проблема, в город толком не войти. Люди с криком «Ведьма! Ведьма! Разбегаются с пути. У тебя сегодня день рождения, самый лучший праздник без сомнения. Пусть же счастье, радость и награды на тебя прольются водопадом. Ну, а
а мы всегда с тобою рядом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лай-лай-ла-ла-ла, с днем рождения! Весь год мне навязывают, шепчут на ухо со всех сторон. Пашка, чё тебя нет в ТикТоке? Почему ты не снимаешь Вайн? Где твои трендовые видео, Павел? Ребята, я скажу честно, мне 41 год. Какой, блин, ТикТок? Вот популярный тиктокер Даня Милохин. Посмотрите, какой хороший, сладкий, маленький мальчик. Он стал популярным, и сразу накинулись. Басков с ним спел дуэтом. Канделаки с ним запилило видео. Тимати спел песню. Джиган спел песню. Вы посмотри, это просто ведьмы, которым нужна кровь девственника. И творишь это новое. Да мы старые уже для нового. Мы просто не захламляем голову. Да. А надо бы захламлять хорошей музыкой, хорошими книгами и всем остальным. А я, например, не захламляю голову 15-секундными. А что, ты решил, что твоя музыка хорошая? А Игорь Крутой, который не несут о себе. Завелся. Нет, а я как бы два поколения. Я поэтому спокойно слушаю. Нет, мне просто кажется, что... Сейчас пойдут статьи. Не, ну я очень рад познакомиться, на самом деле. Может, вы мне для меня откроете наконец-то мир ТикТока, потому что я вообще просто профан, и в этом плане... Ну, если ты не начнешь смотреть эти 15-секундные ролики, ты так и не познакомишься с ними, поэтому тебе придется принять наш мир. Придется. Смотри, иначе концерты не соберут. Столкновение миров, да? Я на стороне молодости. Кошмар! Как он налетел просто! Такой, типа, ух, сразу свои рога. Я считаю, ну, люди же ревнуют, конечно, что ты... Там... Кусок хлеба забираем? Ну, как бы да, новое поколение, молодежь. Ну, когда-то и мы уйдем, понимаешь? Но надо быть всегда дружным и общительным и приветствовать новое поколение. Как ты, например, приветствуешь молодежь и двигаешься за этим. Потому что ты знаешь то, что молодежь – это тренд всегда, и тренды-то идут откуда. Коллеги-журналисты. Это правда, и точно это нельзя осуждать, а нужно стараться понять. И люди вот как... Какая-то стали вещь. Реагировать. Да, да, да. Начали просто вот реагировать, подписываться. Я еще из-за того, что на карантине делать совсем нечего было, я каждый день по 10 видео записываю. Сейчас я уже не так много записываю. Вот. Но все равно. Вот мы съездим в горы, там точно нужно будет тиктоков поснимать. Обязательно, да, поснимаем. В общем, вот у Катюши сколько получается? На ТикТоке у тебя с... 230 тысяч подписчиков, и в Инстаграме 180... 130. А, нет, 120 у меня. 120 да. Уже. Ну, но вот. У меня основной заработок все-таки пока что еще с Инстаграма идет. ТикТок, поскольку это новая социальная сеть, там еще по поводу монетизации не до конца разобрались. То есть у тебя там могут купить рекламу. Вот обычно у меня покупают вот рекламу треков. То есть у исполнителя выходит трек, он мне платит деньги, чтобы я сняла под его песню. Это вот. Хорошая очень реклама. Да. Это вообще очень хорошая. Расскажи, ну, сколько у тебя получается, ну вот этот доход, насколько он у тебя приносит вот, в месяц? Вообще вот год, на протяжении года у меня доход был 100 тысяч рублей в месяц. Но в этом месяце у меня просто выросла аудитория, мне поднял мой менеджер цены. Расскажи, как вот пошло, как у тебя вот попёр. Ну, когда ты поймала свой ритм, вот этот работу. Да. Как ты в декабре пахала, вот это расскажи. Да, это в общем, очень, я когда бросила дико. Университет, я поняла, что, ну, все, раз я бросила университет, позволила себе ритм, значит, мне нужно точно стать суперуспешной в интернете. Я начала, вот я, у меня... Она просто просыпалась, сразу краситься и сразу снимать. Просто с утра, и так, не так, поесть там ничего. Вот, потом вечером с Никитой покушать, пообниматься, фильм какой-то посмотреть, спать, и вот опять так. Ну, карантин такой. Да, и у меня так было, наверное, месяца 4. Вот весной, вот в марте у меня как-то все начало налаживаться. Я начала как-то более делегировать свою энергию, свои вот обязанности. Нашла свою. Да, и сейчас у меня получается так, что я вот на это все в день уделяю, ну, не больше 2 часов. Правда, не больше 2 часов я этим всем занимаюсь, а у меня рост идет еще больше, чем тогда, когда вот я снимала по 10 роликов. Получается, у тебя сейчас есть менеджер, который по рекламе сотрудничает, да, с, да, блогерами, да? Да, она вот занимается тем, что... Она отвечает на моем пиар-аккаунте, вот если люди сами мне напишут по поводу рекламы. Но если не напишут, то она там через свои какие-то связи находит людей, которые у меня покупают рекламу. Вот я ей сказала, сколько у меня должно быть рекламы в месяц, вот она мне столько и продает. Сколько рекламы в месяц получается? Ну вот в Инстаграме 20. Может, я пойду там? Давай! Давай, Никит, мы тебя отпускаем. Да, да, давайте я попробую. Попробуй это вообще. Коньяк пробуй. Ну давай, давай. Ты нас нарисовал. Ладно. Такая у нас семейка выходит. Да, да. Видишь, она везде сердечки рисует. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы сохраним. Художница. Положишь тоже это? Да,
Давай. Спасибо, милочка. Так. Я в Грузии всего 2 полных дня, но я чувствую себя здесь свободной. Я чувствую себя здесь свободной. Режим постоянно соблюдать, да? Да, визовый режим соблюдать, вот любые законы соблюдать, чтобы, не дай Боже, тебя там типа не депортизм здесь. Самой переехать в Грузию, вот здесь вот турецкие ткани, здесь же шить. Как грузины знают русскую поэзию. Смотри, какая поэзия у нас тут. Вдруг разум в начале мая, да, как ебанет и нет сарая. Вот она, жизнь батумская. Катя, как ваш канал увидела, она ко мне прибежала, она говорит: Никит, ты посмотри там. Там есть Василина, а у нее есть такой муж. Напиши ему, позвони ему. Твердая рука и чистое сердце, взгляд в облака. Здесь никуда не деться, никуда не скрыться, никуда не смыться. Это самая древняя в мире история. Ты тысячу раз упал, тысячу раз встал, с ней храни мечты, никогда не смотри на нее с высоты. Твой успех — это ее успех, твой провал — это твои понты.